26 января около 18 часов в одном из домов села Туминичи Калужской области произошел пожар, в результате которого погибли 3 человека. 43-летний мужчина и 2 мальчика в возрасте 4 и 5 лет. По данному факту органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности 2 и более лицам». Следователями проведен доскональный осмотр места происшествия, изъят необходимые вещественные доказательства, назначены судебно-медицинские, физико-химические, пожаротехнические экспертизы. Следователи регионального управления Следственного комитета намерены установить все обстоятельства произошедшего. Проводится расследование.